Некорректное распределение денежных средств в платежном документе Мособл-ЕРЦ. Именно этот вопрос волнует жителей Одинцовского округа. Обратились в общественную палату. Общественники отреагировали сразу. Организовали круглый стол, подключив к беседе представителей администрации, управляющих компаний и Одинцовского Мособл-ЕРЦ. Данная встреча, считаю, должна привести к улучшению понимания ситуации с точки зрения того, что такое единый платежный документ, как он работает, почему у нас на сегодняшний день он выглядит именно так, и как жителям его правильно читать, а самое главное, как сделать так, чтобы все остались довольны. Чтобы понять, из чего формируются те или иные суммы в платежном документе, важно уметь правильно его читать. Жителям постарались и разъяснить, как это нужно делать. Зачастую, скажем так, неправильно понимая и читая этот документ, жители направляются в управление Одинцовское Мособл-ЕРЦ и говорят, вот здесь какие-то появились непонятные, там, скажем, суммы, почему, от чего это происходит. А на самом деле, когда начинают разбираться, все очень становится просто и понятно. Формат круглого стола выбрали не случайно. Общественники уверены, он позволяет напрямую задавать все интересующие вопросы представителям ведомств. В живом диалоге легче найти решение любой проблемы. Например, одна из самых острых сейчас – долги за капремонт. Но в ходе дискуссии мы коснулись вопросов, связанных с капремонтом, потому что эта строчка тоже есть в платежном документе. Вопросов, связанных с тем, как устанавливаются общедомовые приборы учета и как они оплачиваются. Очень интересная получилась дискуссия, на самом деле. Конструктивность общения приятно впечатлила участников дискуссии. Договорились встречаться чаще, каждый месяц, чтобы обсуждать не только проблемы, но и результаты работы по их устранению. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».